Канал «Таежный обитель» приветствует вас. Сегодня Рождество Христово. Всех верующих христиан с праздником. Удачи, здоровья. Ну, что я хочу показать? Сегодня мне прислали посылку через дочку с зятем. Зять дружит с человеком, который живет во Владивостоке. Они вместе с детства, они уже на пенсию оба. И вот Юрий Александрович Моторин. Юра, привет. Помню я тебя, как ты на стадион приезжал на мотоцикле. Помню молодого, красивого, здорового. Сейчас ты на пенсии, но такой же молодой, красивый, здоровый. И вот он прислал зятю с дочкой посылку. И там для меня посылочка. Они передали. Ну вот здесь тихоокеанская камбала такая, вяленая. Юра прислал такие две красивые камбалы, вяленые, вот так вот разрезаны, солененькие. И прислал еще вот такой ящичек, и тут написано: Алексей Владимирович, от чистого сердца, земляку от земляка из Ташкента. Ну и я ее открою. Лежит открыточка. Так. Живущему в гармонии с миром, с природой, с самим собой, от моряков тихоокеанцев и земляков из Ташкента. Ну, Алексей Владимирович, большое спасибо. Рыба нанюхался, слюни бегут. И дочка мне рассказывает, что зятю рассказал Моторин Юра, вот который друг, что он на базаре увидел человека, который делает деревянные поделки, и рассказал про меня. Тот заглянул на канал, посмотрел его, что-то там, и увидел, что я тоже поделки делаю. Вот как раз эти поделки по дереву, они как бы нас вот так связали. И он прислал подарок. Он сделал меня в шаманском костюме. Говорит, там рисунки, они, конечно, более похожи. Но он сделал вот такой вот рисуночек, такую вот скульптурку. Это я вот выступал там в роли шамана. Ну, если приглядеться, конечно, я там, что-то там мои черты есть, вот можете сравнить. Я и то себя узнаю. Ну, на рисунках, говорит, ты там, конечно, рисунки больше и лучше похож. Ну, замечательно. И вот себя увидеть вот в таком одеянии, как бы, то ли шаман, то ли друид с бубном такой. Ну, мне очень приятно. Так это большое спасибо от земляка, от тихоокеанца. Он, оказывается, тоже служил на Тихоокеанском флоте. Приехал во Владивосток, когда служить. Примерно моих же, говорят, лет. И так и остался во Владивостоке. Резьбой занимается, на пенсии. Большое спасибо. Большое спасибо. Это вот такая посылочка. Здесь, ну, больше ничего нет. Вот даже пятнышки от лака от такого вот остались. Даже пятна. А, запах, видать, свежий совсем. Спасибо большое. Сегодня праздник, мне очень приятно.
смотрите канал «Таежный обитель». Я, конечно, буду тоже стараться вам показывать. Старые смотрите видео, там больше 1000 видео. Там что-то вам может будет тоже интересно. Интересно. Все-таки мы земляки со Средней Азии. Меня даже иногда один тип называет узбек, улугбек. Ну, Николай Иосифович, похож, конечно. Конечно, очень приятно, очень приятно. Еще раз, всех с Рождеством Христовым. Всем, вот будет стоять она у меня где-нибудь на видном месте, если дочка не заберет, она у меня все забирает, если ей что-то понравится. Всем удачи, радости, любви, красоты, творчества. Творчество, творчество, творимы и творчество наш удел. Здоровья, всем здоровья, здоровья всему голова. И гармонии с самим собой, с природой, с окружающим миром и с вами, с нами, все вместе. Будем держаться за руки, чтобы не пропасть поодиночке. Гармонии с самим собой и с окружающим миром. Пока-пока. Я вас люблю. Всем удачи.